Русла рек, согласно отчету, освобождены от мусора, нанесенного наводнением. В настоящее время реки очищены, но мониторинг их состояния продолжается, сообщает пресс-служба мэрии. Глава города Анатолий Пахомов подчеркнул важность проведения этих работ. На очереди МАЦЕС, Топсизо Апсе, Макапсе, еще более 30 водоемов в Лазаревском районе. В целом все реки, которые протекают в густонаселенных районах, должны быть расчищены.